Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу свою очень классную, крутую идею. Это будет очень классный, крутой ментальный фокус с картами. Возможно, кто-то скажет, что он типа сложный. Возможно, кто-то скажет, что в принципе нормальный. Но он точно понравится всем, потому что это необычная идея, необычный фокус, который точно понравится всем. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал и напиши свое мнение в комментарии после просмотра видео. Ну а сейчас мы переходим к самому просмотру фокуса. В этом фокусе мы берем колоду карт, можем ее как-то перед фокусом перемешать немножко и попросим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Пускай это будет десятка крестиков. 10 крестиков, кстати, хороший выбор. Давай ее возьмем и это где-нибудь закинем. Больше нам не нужна. Далее колода, в принципе, может быть опять тщательно перемешана. И давай пару раз ее подснимем. Смотри, я сделаю такую вот ленту. Я прошу тебя выбрать абсолютно любую карту из центра. Например, зритель берет и вытаскивает эту карту. Хотя реально мог выбрать абсолютно любую. Мы берем, все это дело подравниваем. И давай так. Все аккуратненько подровняем. Все. Одна единственная карта, которую ты выбрал. Называй свою карту вслух. Он ее называет, но показывает, что у нас валет. Так. А, я понял. Валет — это цифра, смотри. Это у нас 11, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11-я карта лежит 10 крестик. Хотя здесь ты мог реально выбрать абсолютно любую карту. Все максимально по-честному. Кстати, перед обучением хотел бы сказать, что в этом видео я хотел бы передать привет своему подписчику, которого зовут Азиз. Азиз, тебе большой привет. Ты очень редко пишешь комментарии, почему не знаю. Но надеюсь, после этого видео ты будешь писать комментарии почаще. Поэтому прямо сейчас напиши комментарий, поставь лайк. И помни, что твой комментарий реально помогает и мотивирует. И вообще бы хотел сказать то, что на самом деле я вообще каждого из вас уважаю, каждому передаю привет, кто меня смотрит, кто ставит лайки, кто подписан на меня, кто пишет комментарии, они вообще большие молодцы, поэтому прямо сейчас возьмите, напишите какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, если вы еще не поставили, и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а сейчас мы переходим к обучению, поверьте, этот фокус вам точно понравится, и вы будете его постоянно показывать. Итак, вот и обучение. Это реально очень классный, крутой ментальный фокус с картами. Он интересен тем, что в нем есть интрига и неожиданный финал. И это очень-очень интересно. Что же мы делаем? Смотрите. Для этого фокуса берете колоду карт и, в принципе, можете показать без подготовки. Если же вы не умеете делать подготовку в процессе фокуса другого, сделайте подготовку заранее и покажите первый этот фокус. И покажите этот фокус первым. А что мы делаем? Для начала мы должны взять и достать из колоды все картинки, то есть дамы и вальты. Королей мы не трогаем. Дама, вама, дама, валет, дама, валет, дама, валет, дама, валет, валет. Все. Таким образом у нас есть подготовка. Грубо говоря, 4 дамы и 4 вальта мы достали только что из колоды. В любом порядке нам порядок не важен. Что мы делаем дальше? Берем нашу колоду и кладем эти наши 8 карт, 4 дамы, 4 вольта, наверх колоды. Далее, разумеется, мы можем колоду якобы перемешать. Но на самом деле мы никак не перемешали наши верхние карты. Взяли стопочку, одну карту на себя, дальше все замешали. И после чего тут с разлома забрали и бросили наверх. Таким образом, все наши 8 карт никак не меняются в колоде. Можем как-то подснять на мизинчик, потом сделать наш любимый контроль, и все равно мы все контролируем. Либо же просто сделайте обычный трипл кат. То есть вот раз, два, три, четыре. Суть в том, что мы должны убедить зрителя то, что колода полностью перемешана. Но при этом мы 8 верхних карт никак не трогаем. А дальше мы просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Пускай у нас будет 9 крестиков. Пока он ее смотрит, мы берем колоду в правую руку, отсчитываем верхнюю часть, кладем в левую руку и забираем, получается, карту зрителя наверх колоды. То есть у нас здесь лежат все 8 карт, которые мы только что зарядили. То есть вот карта зрителя, он ее смотрит, мы берем раз и забираем карту зрителя наверх колоды. Карта зрителя реально наверху, вот она. Мы накрываем, показываем, что это карта зрителя. Показываем, что вот карта зрителя. Например, показываете ее вот так, ставите после чего брейк. И пару раз подснимаете. Ну, разумеется, вы подснимаете с брейка. Еще раз покажу вам. У вас получается карта зрителя и вся группа на брейке.
Вот, и вы берете, поснимаете, допустим, раз, поснимаете второй раз брейка и кладете третий раз. Таким образом, у вас 9 карт, все подготовленные. Это карта зрителя, 4 вольта, 4 дам лежат наверху. Что мы делаем дальше? А дальше мы можем 5 колды перемешать, чтобы убедить зрителя, что все максимально честно. Разумеется, мы это все делаем не по-настоящему, делаем раз, карту на себя, все замешиваем, здесь забираем с разлома и бросаем наверх. Таким образом, карта зрителя вверху и 8 наших подготовленных карт также лежат наверху. Что мы делаем дальше? А далее мы берем колоду, подснимаем примерно половину и делим это все дальше на брейк. Еще раз, взяли и подсняли примерно половину. Очень просто. Оп, взяли. Ставим сразу брейк и на брейк кладем. Раз, два, три, четыре. Все дело стоит на брейке. Далее мы берем, и нам необходимо вот эту карту выдвинуть немножко. То есть вот карта зрителя у нас здесь. Давайте я ее переверну. Мы берем и вот эту карту, которая накрывает карту зрителя, выдвигаем немножечко вправо получается. То есть вот карта зрителя у нас здесь. Мы эту карту выдвигаем немножечко. И делаем ленту. Таким образом мы контролируем карту зрителя. То есть вот мы берем, накрываем, выдвинули, и вот карта зрителя. 9 крестик. Давайте еще раз. Взяли 1, 2, 3, 4. Выдвигаем нижнюю карту. То есть вот карта зрителя. Мы выдвигаем вот эту карту. Прикрывая это дело все рукой. То есть вот мы взяли. Допустим, еще раз показываю. 1, 2, 3, 4. Здесь у нас на брейке. И мы вот таким вот способом выдвигаем эту карту. Чуть-чуть буквально. И это под прикрытием руки это не видно. И мы делаем сразу же ленту. С таким образом сейчас я знаю. Вот карта зрителя. Да. Еще раз показываю. Давайте еще раз берем, поснимаем. 1, 2, 3, 4. Здесь выдвигаем эту карту нижнюю. И делаем ленту. Таким образом, мы сейчас знаем, что вот карта зрителя. Мы показываем зритель. И дальше мы должны. Дальше мы должны сделать так, чтобы вот эта группа карт лежала именно по центру. Мы делаем вот такую вот ленту. То есть вот карта зрителя. Мы ее контролируем всегда. Говорим, выбери прям любую карту из центра. И именно важно сказать слово любую карту из центра. Чтобы выбрал не здесь карту и не здесь. У вас есть 9 выборов. Если он дотрагивается до этой карты. Отлично. Если дотрагиваться, например, до вот этой карты, отлично. Дотрагиваться до своей карты, то вообще шикарно. То есть просто есть 2 выхода на самом деле. То есть вот, давайте еще раз. Мы сделали ленту. Вот одна карта выдвинутая. И если зритель, например, дотрагивается до своей карты, мы говорим, ты смотри, ты выбрал, ну, типа он вытаскивает ее, и он же не сразу смотрит на нее, он просто затрагивается и вытягивает. И вы говорите, ты мог выбрать абсолютно любую карту, но ты выбрал именно свою. Потому что вы знаете, что это будет его. Если он выбирает какую-то здесь карту, то, в принципе, вы дальше идете уже по схеме, которую мы сейчас рассмотрим. Если выбирает какую-то здесь или здесь карту, то вы все равно знаете, какая карта зрителя. Если зритель выбирает, например, вот эту карту, вот, кстати, такое тоже может быть, что вы делаете? Вы берете, разламываете здесь, все это дело накрываете, слаживаете, говорите, какая твоя карта, он показывает вам, допустим, 8 бубы. Вы говорите, это твоя карта? Он говорит, нет. Вы говорите, какая это карта? Он говорит, 9 крестик. Вы берете, например, и просто делаете сменку. Ну, то есть, в принципе, альтернатива такая, что если зритель выбрал другую какую-нибудь карту. А если зритель выбрал именно то, что нам надо, вот мы выдвинули карту, сделали ленту, и зритель выбрал, допустим, какую-то картинку, которая нам нужна. Вот. Мы не знаем, что это за картинка. Так, давайте еще раз, то у меня выключилась камера. Зритель вытащил одну из 8 карт, которая вам нужна. То есть вот дама или валет, нам не важно. Наша задача, мы знаем, вот карта зрителя. Давайте я ее переверну. Вот, карта зрителя. 9 крестик. Наша задача сейчас вправо считать 10 карт. Потому что мы знаем, что еще одна карта, выдвинутая вправо. Мы берем и визуально просчитываем 10 карт. То есть 2, 4, 6... 8, 10. Окей. Мы понимаем для себя, что это наша ключевая карта. И когда мы сейчас слаживаем ленту, мы здесь ставим на разломчик, на брейк сразу же. То есть вот на брейк ставим все. И делаем какой-нибудь контроль.
Таким образом, сейчас, когда мы спрашиваем зрителя, какая твоя карта, он говорит 9 крестьян, он перевернет свою даму, увидит даму, мы такие типа, блин, мы ошиблись, хотя подожди, стой. А какая твоя карта? 9 крестьян. Это такой, а это цифра на самом деле. И отсчитываем, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 карта будет лежать именно карта зрителя. А если бы зритель выбрал вальта, то есть, например, здесь валет лежит, к примеру. Валет это 11. Мы делаем, в принципе, все то же самое. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 карта это твоя. То есть просто, если зритель выбрал, получается, даму, мы отсчитываем именно 12. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дама. Если валет мы отсчитали, то есть вальта, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И именно 12-я карта будет картой зрителя. То есть и именно. То есть мы как бы акцентируем внимание на том, что мы отсчитали 11 карт, и именно 12-я твоя. То есть на самом деле фокус, возможно, кому-то покажется непростым. На самом деле он реально очень простой. Поэтому, ребята, тренируйтесь, учитесь и показывайте этот очень классный, крутой фокус с картами.